Ну что, дорогие друзья, Новый год, новые напарнички. Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами Булкин и Жур-младший, и мы снова покоряем просторы не напарников. Не младший? Да младший ты еще пока что. Нет, да, да, вроде, да, нет. Да, 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 да. В общем, друзья, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятнейшего просмотра. Мы, как обычно, не размялись, ничего. Напомню, что ситуация у нас как бы не очень хорошая, потому что у Ярика, что у тебя там, Биг Стар, подожди? Угу, что-то такое там, да. Да, а были-то Суприме. О, что-то не лагает. Я был не лагает. Ну, Сань, это вертолет. Что делаем? Стоит сверху стоит. Ну пусть стоит, тебе он мешает. А чё там он прям, слышь, на запах? Я чё, пахну что ли как-то? Он меня почувствовал прям. Ни хрена себе. Ну ты понимаешь начало какое. Короче, ребят, что хочу сказать. А, можно я немножечко, чуть-чуть совсем. Ну чуть-чуть выпендрюсь. Ну, типа, такой, знаешь, ну, типа, сейчас такая, получается, реклама самого себя. Ну, типа, не реклама самого себя, а сейчас, типа, как это назвать-то? Ну, типа, ну такой, типа, хороший пацан, ну, типа, добрый, ну, типа, позитивный. Знаешь, про что я? Ну, удиви. Ну, вот у меня сейчас в руках вот такой ножичек. Ну. Вот, просто, как бы, я его, на самом деле, решил с ним погонять. Это не мой нож, я его прикупил специально в подарок Мишкану. В общем, помните, тогда была ситуация в прошлом году, что он, я не знаю, зачем. Ну, да. Ой-ой-ой-ой-ой, иду. На меня. Заходи. Или что? Ну тихо, он прыгучий! У меня лагает почему-то. Не, Сань, не бери тут. Блин, ты не постреляешь. Вот так думаешь? Так да, я не умею с МПшки да. Стрелять. Умеешь. Не умею. Тебя не лагает. Ты видишь, что лагаю? Я не понимаю, почему. Да, научите его стрелять с ППшки кто-нибудь, пожалуйста. Я не понимаю, почему у меня лаги. Ладно, сейчас разберемся. Короче, я договорю. А, Макс просрал мне нож. Да. Блять, ну я на самом деле, я не знаю, я не рад, блять. Ну типа пиздец. Нет. В смысле? Ну, как бы честно, как мужчина, как бы, он, я говорю, да может не отдавай, он говорит, не отдам, помните, да, вот тот ножик, который дорогучий. Мы с ним играли один на один. И, короче, я посчитал, что это чисто пацанский поступок, и как бы там, ну, Кирюхе, там, Ярику у меня отдельный подарок, а Макс еще и в Ирландии, ему как бы не отправить ничего там, да. Вот, поэтому я решил пацана отблагодарить, то есть вернул ему стоимость ножа и плюс от себя там, короче, вот такой вот подгон. У меня ванвей, походу. Как я не убил его, что сейчас? Ванвей? Я стрелять не учился. У меня почему-то лагает, я не знаю, я пока не могу прийти в себя. Есть хп. А, так он внизу будет. Он внизу будет. Судя по звуку. Не, справа, справа! Лагает, блядь! Лагает! ХС не тянет, блядь, я не понимаю почему. Саня, у тебя все время какие-то проблемы, у тебя... Ну вот нельзя просто взять начать, да? Ну вот нельзя, ну нельзя. Блин, пипец какой-то. Не, кстати, ребят, сегодня я почему-то себя чувствую расслабленно, знаете, ну типа Новый год, новый лист, новый чистый жизнь. Что? Чистый лист? Новый чистый жизнь. Чистый жизнь, понял тебя, хорошо. Все, давай тащим. Смотришь? Да. Блять, подлагивает, сука, что за хуйня? Блять, я не могу с лагами играть, братан. Братан, нужно тебе что-то делать. Что тебе нужно делать с этим? Давай чекну. У меня лагает, блядь! Так, ну под... сделай что, у тебя КСК лагает в 28 году! У меня пизда лагает, я не знаю почему, фризы какие-то ебаные. Так, ребят, сейчас, ну, уже придется эту катку доиграть. Вторую-то как бы мы сейчас разберем. Все, тащу? Ну, реально, давай. Так, я иду на мид. Пока. Блять, а как играть с лагает? Вот объясни мне. Вот все будет всю игру ныть, а. Не, я не буду ныть. Ты видишь, как лагает? Один снизу. Ну, сейчас, да. Пиздец, я не понимаю, что за хуйня. Телевизор-то выключил? Так вот я и говорю, может это он. Ну сейчас паузу сделаю, хотя бы телек проверить. Блять! Ну план, капкан! Ненавижу плейтик! Ненавижу! Лагает, блять! Не, я не буду. Ну план, капкан! Пауза, все, ты мне надоел. Давай, паузу, ставь. Сейчас, секунду, блять, неужели оно? Короче, я чекнул, это не телек, я не знаю, в чем проблема. Единственное, вот у меня сейчас как бы заливается видос, но, блин, это же не пинг, это именно лаги, поэтому как бы у меня есть подозрение. Давай все, Б тащим, все, короче, давай. Ну реально, ну типа а так врываться. А? Ты находил. Да, я на обычно. Тут есть близко. Да, не лезут. Лезет! Бил. Бля, лагает, пизда! Не, я не буду. Проходил на беду. Хорош. Ну вот оно. Даже ну, с небольшими фризусюльками, как бы, ну неважно, как бы. Хватит говорить про фризы. Все, извиняюсь, все. Друзья, не отвлекаемся, всем приятнейший аппетит. Какой-то сокомандник нытик реально сегодня. Не, я не нытик. Смотри, ну. Ты посмотри над головой, бутерброд какой с колбасой полетел. Ё-моё, вот это да. Вот это такой же. Чего? Да вон, полетел, опять в другую сторону прохуярил. Бутерброды хуярят. Нету? Ты уверен?
Ну прям уверен. Нет. Ну прям точно. Ну ты хорош, кстати. Я проверил. Под флешечку. Бэм. Убил. Нет, а что он тут? Какой, конечно, он вообще хорошенький. Какой трансформатор. Ой, ой, это было красиво, покажешь всем? Ну это было нормально, да. Ну все посмотрят, точно? Я не помню, я убил его, он сам, блин, ну ладно. Я взял эмку, тебе нужна? Да, бери, давай. Реально? Воу, я калаш тогда. Вот это трата денег команде. Это последний раунд? Это нас? А, ну, кстати, я думаю... Подожди, тогда... Б. А, в натуре. Последний раунд. Хорош, кстати. Умный парень у меня. Да. Тихо, шути. Готов? Да. Нашу фирменную. Кровашка. Да, 93-й, помнишь? Да, Брянск. Или Уфа это была, я не помню. А вот, кто знает. Так, тихо. Ой, ты в голову попал. Чего? Слышите? На оранжевый стоит. Который по центру. Ну, я понял. А, так у тебя есть вот такая штучка. Фак. Знаешь, хочу сказать? Ну? Разница имеется между фейстом и мем. Да, особенно когда, знаешь, у тебя 32 дюйма вот фризит. Чего? Давай иди на Б, я мид. Я сдержу мид. Я сдержу мид. Смотри, такого ты еще не видел, так ты не встречал еще мид никогда. Минус 2, это, туда тыквы. Тыквы прям? Ну Хэллоуин же, да. Минус 22. Ой! Запятая поставлена, бля! Без выебан продакшн. Ну реально. Так, а теперь... Ну что ж, есть план один. X5M. Блять, я купил! Я не хотел его покупать. Блять, как же лагает. Не, я не буду мыть. Меня ждут, я прожу. У меня... Я долбоёб просто. Один минус 46, другой тоже, ну что-то типа 50-50, вот где-то так. Ой, им страшно, наверное. Тут! За этим! Ты что, не видел, что ли? Блядь! Ты орёшь на меня! Псих, что ли, а? Что, слепой, по-твоему? А хули ты в трансформатор-то смотришь в этот момент тогда? Ой, блин, да он далеко был. Он близко был за трансформатором. Ага. Ты чё? Значит, ты его не видел. Не видел. Признайся. Легче станет. Блядь, он мой орёт, ты что? Напарник. Когда напарник не очень. По объявлению набрал. У меня тут проблема. Решай проблемы по мере их поступления. Да. Еблан! Я тупой какой-то, я! Зачем я так зажимаю? Минус 81. Справа сейчас выйдет. Сколько? 16. Ой. Ну что за напарник? Что за напарник у меня, а? Я хотя бы не ною. Да я шучу. Ладно, извини, пожалуйста, больше так не буду. Значит, смотри. Чего дифуза, зачем? Не хотел, честное слово, не хотел. А? Пригодятся, значит, дифузы. Ой, у меня хамуха, а? Посмотри. Да, с МПшка, блядь, ванвейчик. То, что надо прям. Да, если бы я еще был поумнее, конечно, малеха. Как мы диван? Один. Я так с ним немножко бодаюсь. Я... Не, сегодня не мой день, Сань, не мой день. Реально. Я придурашенный! Ну реально компота поел, как я будто! Я говорю объективно, не мое сегодня, вот реально, что-то вообще не... Не лагало бы еще. Не, не буду. А давай мы это, ну ты эту катку покажешь, ну типа X2 такой, типа быстренько прошло такое все. Нет. Я ставлю такой... все твои NT. Лагает! Я если не лагает, не ною, ты же меня знаешь. Фейканул. Ты видел его, надеюсь? Ерик, котлеты так не сварим. А тебе похуй, который на миду тебя сзади убьет, да? Братан. Блять! Ты можешь не подпустить, пожалуйста, а? Вот лучше ничего не говорить. Знаешь, бывает такое, что типа, ну человек, ну слишком много делает, лучше бы он ничего не делал. У меня есть проблема. Лаги не ушли, брат. Ну реально. Ну типа они остались. Все равно подфрижают. Я не знаю, ребят. А, пизда лагает! Вот это.
Ребята, это даже один у меня на балконе. На балконе, ставь. Блять, лагает, ну это то... Пизда лагает! Не! Это, ребят, ну, представь, что добавляет немножко хард... А что делать? Комп, пизда! Ты понимаешь? Вообще жестко. 90, все. Ты, ну, ты не, не обессудь, ну, лагает. Ага. Не обессудь, не ссы. Ага. Ладно? Хорошо. Я пойду на балкон, не пойду. Зачем ты скинул-то ее? Возьми! Да отойди ты, блядь. Ко мне пришел-то, блядь. Я смог, ты сказал, ты веришь? Через стену, если что. Плантон где-то, вроде. Если что, Сань, мне... Хорошим образом, ну, знаешь... Ну, лучше один раз карбюратор почистить, чем два раза инжектор направить. Вообще, похуй на него, да? Так, я не попал. Нет, сейчас, такой сейчас, игрой... И сейчас, смотри, такой... без моего ведома, без вот этого всего, сейчас вставит момент, как он, типа, ноускоп, ну, как будто кому-то интересно. Ну, вот реально вставил, я думаю, на монтаже прям видно было сейчас, как он вставил свой момент. Ну, типа, интересно, как он ноускоп, ну, хотя, ну, типа, ну, вообще, кто, зачем, ну, пацаны, как бы, играют, нормально смотрят. Все-таки какие-то обескураживания какое-то. Я не понимаю. Видишь? Лагает. Я нихуя не понимаю. Лагает, видишь? Не, я не буду. Ну, нормально у тебя. Ага. Так, так скажи. Да. Тихо. Пинг нормальный. Квест нормальный. Зачем этот чел сейчас сделал? Я слышу. Польюся. Один слева, другой справа. Ты слепой? Что было? Как тебе прокомментировать это все, что происходит последние минуты? Что было? Объясни, что было? Лагает. Человек. Лагает, брат. Как-то надо же с лагами тоже побеждать, ты уверен? Да. Это даже не при уплонении, это какой-то... Не знаю, что это. Самый бесполезный коктейль молотого в моей жизни. Потому что так надо было, брат. Ты сам пойдешь? Вот куда ты ушел-то сразу? Вот куда ты ушел? Не пойду я туда. Почему? Иди сам туда. Пацаны, развлекайся. Один на улице. Заходи, заходи. Балкон. Я думал, к тебе пошел, да, думал, секунду догадался. Смог! Ты типа умный сейчас или что? Он дефузить будет. А. Флешку дефузить. Блять, ты! Мы будем играть? Ну ты можешь выиграть? Я не знаю, ты что-то, ты меня сегодня бесишь, я не знаю, ты ловишь какую-то фигню, делаешь, не знаю, мне прям напрягает меня. Хорошо, ставлю хедшот. Понимаю, нет, это выше не идут, просто он пойти. Угу. Зачем на коробку? Не-не, что-то не так сегодня. Зачем на коробку? Лагает! Вообще не то! Не-не, я не буду. Нет, КС-ка не тянет. Ну я что, ебу, откуда эта информация? Заплейн смог просто. Иди сплейн смог. Иди. Просто смог плейн. Шо я? Плейн. Я не пойду туда. Плейн смог! Куда юг уперся? Справа. Да мне. Угу. Звука не было. У тебя был? Был. Да не было. Сейчас начал. Только сейчас прям начал. Не был. Нет, ну братан, ты не бойся. Не бойся, братан. Не бойся, реально, брат. А провода какой-то нахер. Самый бесячий напарник. Ты выходи, хотя бы куда ты идешь. Я не понимаю, как ты траекторию движения, понимаешь? Играй. Я перезарядился, но боюсь, мне спали. Смотри, фейк так. Понял? Угу. То есть он уже не понимает. Он уже думает, что я в тоннеле. А можно спрятаться? Нет. Спасибо за информацию. Спасибо, блядь! Какой ты. Вот. Нет! Ни в сказке написать, ни пером объебать. Ну реально, ну как так-то, блядь? Да, Саня. Это называется, если как что, мы тебя забайтить легко. Мы это снимаем 1 января в 3 часа ночи. Ну, то есть, как бы. Поэтому мы так играем, поэтому комп тоже у меня отдыхает, лагает немножко. Да, да. Ну реально. Подтверждаю информацию. Тихо. На балконе один. Я не хочу с тобой играть, блять. Почему? Мы играем за Т, ты какой-то жопе стоишь, я в пунте стою один. Можешь не шифтить, он убежал уже. Я не понимаю ход мысли этого человека.
доктор! Доктор! Мне нужен доктор, блядь! Как можно с ним играть? Лагает. Непонятные напарники какие-то. Немножко лагает, чуть-чуть совсем. А, все. Кстати, я купил. Мне все равно, Сань, что я не буду смотреть. Иди балкон, пляс. Я не буду смотреть, что ты... Ебать, вот это сейчас тактика. Я никогда от этого не... Мне обычно денег жалко на такое. Что ты ржешь? Что ты ржешь? Объясни, почему? Вот именно что. Лагает пизда, я купил броник 2 секунды назад. Не-не, я не буду ныть. Ну пох, он даже не вышел, он не помог мне, ему пох абсолютно. Ты не видел, типа, ты не... Пусть типа чел умирает, но я потом... Подожди, стоп! Плохо хпшника добью, блядь, подожди, не-не-не, ты не прав в этом. Не прав, по факту. У меня была тактика... Дырки, скажи? Нет, лагануло. Что? Лагануло, похуй, он лоу. Я его хотел с этого красиво добить, не получилось. Ну вот и активизировались. Чувствуешь? Калаш возьми. Нет, тебя я не чувствую. Ой, блять, это не фасик. Блядь, ты еще меня режешь. Фасик. Ты сейчас заговорил на жаргоне КС готическом. Так уже пора. Я же, ну, кибер немножко. Пора, да? На 10 лет. Ну да. Че на 10 лет? Медалька-то есть? Недавно КС го вышло, если что. Он никто не посмотрел даже! Даже никто не глянул! Нет, ты не имеешь права усрать. 90 минус. Пунту видел? Я не видел пунту никого. Он ходил вокруг ящиков, ты на него посмотрел. Вот у кого я еще не видел. Герцовочка-то, перцовочка, у кого? Ну так вот ты там с вагами играешь, ты видишь, наперед ушел, ты видишь, он там стоит. Все, тихо, тихо. Несмотря на лаги. А, ты что на первом месте? Без башки. Минус 86. Минус 36. А, хаешечкой. Ну да. Ну, мы не можем. Сань, мы будем что-нибудь делать, скажи, пожалуйста. Я... Кейс, ну, как команда, понимаешь, что 2 на 2 играют. Могу и, сказать, ну... тебе только одно. Я не был готов после праздника к такому. Я тоже не был. Ну, как видишь, хочется... Зарашат. Чел, под чем, интересно? Ну тебе повезло. Просто повезло. Я. Но это не скилл. Все, слабо хотя бы ничего сделать здесь. Ну реально, чел. Ну реально. Ну мы же можем. Ну честно. Чел, мне это, ну, как раз плюнуть. Давай. Реально. Давай, ты с чем? О, отлично. Боеголовку туда. Угу. А я сюда прогуляюсь. Поможешь, может? Оба. Может, поможешь мне? Ну нормально, ладно, хорошо. Это было довольно-таки неплохо. Это шликнул, да, фликнул? Ну или как это называется? Шликнул? Да, шлепнул, пожалуйста. Не, шликнул, да, правильно называется? Да, шликнул. Блин, вот напарника почему-то, знаешь, особенно когда лагает? Не, особенно когда лагает. Прикалываться хочется, да? Не, прикалываться хочется обычно. Сейчас на самом деле не до прикола, потому что такими лагами, брат, ну извини меня, конечно. Так, я балкони. Только затащи, пожалуйста, я умру, ладно? Ну, типа, мы не умеем. О, не умеем. Ну да. Тебе смог чара нужна? Нет. Не снизу! Хелпа! Я смотрю, я ж не ты. Что? Давай! Где он? Ну где хотя бы? Не знаю. Хорош. Тут исправился, ладно. Лаги перестали. Перестали лаги быть. А, да? Значит, да. Тогда больше не учи. Все, звание будет? За ничего или нет? Не помню, я вроде нет. Ну-ка, посмотри внимательно сейчас. Ну, может, я не замечу. Так, капрал, 8. Ты кто? Я сержант-майор 19. Это... А? Великий магистр вышел! Звание повышено, легендарный Беркут, Бигстар. А, ребята, есть проблема. Короче, проблема заключается в том, что мы на этой карте не играли ни разу. И нам, скорее всего, ППС, потому что мы хотели ее сыграть, как бы, ну, вот в напарниках, когда-то там с... Что? Что? Может, лайфхак? Чуть стрелял у меня в небо. Да, это лайфхак, может, какой-то? Ты знаешь эту карту? А, тут мид нормальный вообще? Большой. Просто видно. Это вся карта. Ага. Блять, интересно будет, интересно. Ну, я примерно понял эту карту, картеечку эту.
Бля, лагает пизда. Просадка до 70 FPS, бля, в CS GO нахуй. Блять, ПК-рню буду поменять. С такими лагами, конечно, такое. Не-не, я не буду. Кто-нибудь ему скажет, что Threadripper его не для игр. Threadripper 3990. Пока. Threadripper. Я покупаю бронележилет. О, нифига, у нас пинг хороший, а у них вообще какой пинг? Ты бы FPS мы видел. Нормально. Все, играем. Это жесткая карта. Я говорю, жестко какая-то карта. Друзья, как они вообще... Как они вообще... Как они должны выйти? Happy New Year. Муху и все. Happy New Year to. Happy New Year. Смотри слева, а я справа и все. Year. Подожди, я поздравляю с Новым годом. Ой, а у меня почему... У меня обрез. Они могли бы ко мне пройти? Подожди. Там двое? У меня, они сейчас... У меня будут. Я не понимаю карту вообще. Один у меня на миду. Что-то хуйня какая-то. Ну, что-то непонятно. Они где-то там. Чё, блядь? А! Да. Обходит! Где я второй-то? Я не ебу, блядь. Блядь, там дырка не попал. Почти зарезал меня 30. Тихо-тихо. Ой, блин, 70. 30 по мне. Я не понимаю, как там пройти. Слева, он, блядь, вот туда идешь. Смотри, по карте. Карта, мини-карта, видишь, смотри? Видишь мини-карта? Там проходик есть. Да все, я понял, проходик, блядь, что там есть. Все. Ну вот это проход, кстати, такой изичный. Не, ну это жесткая какая-то карта какая-то. Это сейчас. Очень жесткая какая-то карта. Мне кажется, тут нельзя проигрывать. Так, диффузи. Я сейчас такое сделаю. Дефлопа. Крутон. Крутон. Я правильно понимаю? Она очень маленькая. Что за ним сейчас был? Где тут прыгал? Что это такое? Опа. Ой, хорошая хаешка была. Ну такая. Полуподверсиональная. Блять, что такое было? Что-то ты растерялся. Слушай, ну, слушай, мне карта, кстати, по душе. Прикольно, да. Тут да. Столько за вентюшек, за фиркрюшек вот этих всяких. Кстати, немного. А вот зиглоу, что наоборот, тут, мне кажется, очень быстро надо решать. Все быстро решает. Ну, хорошо, да, давай а быстро меня на ПВ хватает? А, мне не хватает. На тебе вот это, я похожу, пожалуй. Ты АВП хочешь? Не, ну, я сам хотел. Ну, не, брат, смотри. Минус 2 с АВП, да? Давай. Так, во-первых, сначала выходим сюда. Сразу достаю АВАПу. Да. Уже? Да. Подожди, я понимал бы скорость передвижения их. А чё, чё? Чё у нас помни сидит? Не знаю. Тихо. Как? Блять, должно было... Извини. Ну это воебоны пошли мои. Извини. Ну реально, это так, один надали. По факту а почему у меня обрезанный, блять? Я не понимаю, юз был. Ты видел? Я его достал, а там почему-то обрубыш, блядь. Так, ладно. Погоди, башка немножко ломается, но интересно. Ну, в принципе, блядь, как лагают? Ну, они вообще сидят на месте, они лагают, пиздец. Опять там, блядь, я тут первый раз, нахуй! У меня 14 хп, пиздец мне. Прикрой, пожалуйста, он меня... Как же похуй разбор. АВП он забрал. Я что-то тоже об этом не подумал. Не, ну зря мы сейчас 2 отдали. Мне кажется, нам будет сейчас не сладко. Так, ну ладно. Я сделаю так. Ты иди направо, где-нибудь около планта будь. А я сейчас сделаю все красиво. Ну там быстро они выходят. Я не понимаю, как они так быстро, потому что там спаун вообще прям пиздец. У меня есть, по-моему, хожу. Что-то мне какой раз уже удается это сделать. Так. Они что-то очень холодят. Прям, не знаю, я тут так гомесился бы. По-быстрому. Тайм-код. Они просто стояли? На подсадке вот здесь вот такой. Что они делают? Как можно это... Она же очень маленькая. Я говорю, я тут просто в петухах бы выходил бы каждый раунд, все, гомесился бы. Ой, блядь. Так, ладно, хорошо. Подожди, вот ради интереса, стой. Просто. Что скажешь? Зараж, типа? А как они там быстро так оказываются, я понимаю? Вот там же? Я правильно поджег? Вот, второй. Раз. У меня, наверное. А они стоят проблема, просто? А в чем проблема? Они просто стоят. Я не понимаю. Так, подожди, ладно. Это может быть у них это, такая тактика как бы рабочая. Не, ребят, мы просим прощения на самом деле, но что, ну, как бы... Я просто... Чё ты кюнинг забыл? Ты видел? Просим прощения, знаешь за что? А, за то, что у нас... это, мы, короче, вот, ну, сегодня планируем много КС снять там и попробовать кое-что и... Это самое.
как оно, 2 на 2. Вот, и мы сегодня вот это первым записываем. И это первое, что вообще мы записываем ПКС в новом году. Поэтому вы, если что, простите нас. Я просто не знаю, когда это выйдет. Он тут, наверное. Я не дурю. Вон тут. Ноускоп, дай. Пошел направо, встану. Ноускоп. Понял. К тебе пришел. Ну, мог бы, да? Я не понимаю. Не, это реально, это сам, наверное, странный противник. Я не понимаю, я говорю вообще. Может, они учат эти всякие подсадки, не подсадки? Да, ну, правильно я понимаю, что до глобала дойду я первый, а потом ты догонять будешь? Сань, до глобала дошел я до ног уже. Понимаешь, что? А, что? Бля, ну, заново, типа. Так, вообще, где мы появляемся вообще? Где мы появляемся? Я уверен в себе. Я просто буду. Я уверен в себе. Не знаю, это ошибка или нет. Тихо. 50. Блять, откуда вы? Блять, нахуй! Кринги! Пиздец! Я так обосрался, когда они решили меня пропалить. Блять, я хотел прострелить, там можно по-любому эту дверь прохуярить, блять. По карте, ну ладно. Нахуй я дигл купил тогда и сейчас. Ладно, ну мы не проиграем же, да? Да нет, конечно, это нереально. Ну просто, ну, мало ли, чел. Вот тут пацан. Да пацан тоже. Я ничего, встань. Блять, что у них за тактика? Как они сидят, я не понимаю. Я не понимаю, подожди, слушай. Голова, голова. А был бы фейсер, была бы голова сейчас. Я уверен. Нет, подожди. Стоп. А куда они наверх там пошли, я не понимаю? Что там за проход? Там наверх можно? Я не знаю, только куда там можно наверх-то? Вроде как можно, только зачем? Давай ты по ку-ку-ку. Куда? Тихо. Это очень странная карта, очень странные противники. Ну, ты согласишься, что что-то не так здесь происходит сейчас? Не так, что у меня лагает всю серию! Не-не-не, не буду. Как ты сказал, ты тогда петушка взял, у тебя все получилось. Вот я хочу точно так же. Пока. Прикрывай меня, смухи. А ты где прикрывал меня? А ты огонь не видишь? Так, а мне похуй на него было, например. Ну, мне нет. Так, блять. Внимательно, нахуй. Внимательно сейчас. Один всегда справа, один всегда слева. Мид чисто. Значит, давай закидаем смок мид и как-нибудь налево попробуем пройти. Тут же граната же есть очень в этой игре. Да-да-да, не забывай, пожалуйста, про это. Так, смотри, просто смокаем все подряд. Что придет в голову? То есть, например, вот так. Ты бы знал, что было. У меня 30 хп. Блять. Где он? Блять, ранил! Минус 26, сука, что так мало, блять. Ну какой я... Из-за меня проебали. Или справа. А как ты сейчас это шликнул? Ну, типа, чё в голове у тебя было в этот момент? Ты его увидел или ты начал хуярить? Я прикинул, что он там может быть. Так, блять! Это херня, я не верю в это, подожди. Ты не можешь, я не могу тоже. Давай не мочь. Хорош. Я слева прохожу. Я не знаю, где он. Вот за деревяшками, блять, не могу показать. Там у тебя. Хорош. А, он прошел? Ну да. Ну, молодец, молодец. Одним словом, хорошо играешь. Да, в отличие от меня. Так, еще раз так же или что? Да, это мне мешает. Тебе надо что-нибудь это? Не, гранаточки? Не, я сам подберусь. Ну, самостоятельно, в принципе, да? Да. Ну, хорошо. Так. Ну что? Идем. Ты, блядь. Поебалу получил. Не, они раскидки знают на этой карте. Они меня сразу сожгли, блядь. Блядь, нихуя он там в углу сидит. Слева, да-да, вот там. Вот, по прямой. Блядь. В темном углу. Хорош. Справа, наверное. Мне кажется, справа. Вот как угадать, где он? Блядь. Ебать, меня лагает. 10 секунд. Ой, хорош! Люблю! А, сердце для тебя! Для тебя! Я ж от такого. Подавился слюнькой, наверное, подавился. Маленький ты мой. Давай, берем. Бля, как лагает. Что за просадки ебаные, блядь? Тебе будет минус один, жесткий. Минус один. Может, даже минус два. Я с тобой, давай, они такого. Я за тебя не отвечаю. Реально. Хорош. Еще один там. Сань! Ты че? Еблан я. Ну не можешь. Я тупой. Да?
Что там? Прошел. Никого не видел. Никого не видел. Прошел. Я не видел. Может быть. Кринж серия какая-то, но... Да, ладно. Угу. Мы наберемся опыта и когда-нибудь вернемся вновь. Спасибо огромное, до новых встреч, всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока.